Хотите стать бизнесменом, но не знаете как? Программа развития ООН составила сборник идей для микробизнесов. Как найти это исследование, расскажем в инфографике. Информационный ресурс vpostudy.org – это сайт учебной программы от ПРООН. Развитие навыков предпринимательской деятельности среди внутренне перемещенных лиц и местного населения Донецкой и Луганской областей. В рубрике «Справочные материалы» находится полезная информация для переселенцев, которые планируют открыть свое дело. Там вы найдете сборник идей для микробизнесов, механизмы их реализации, а также практические советы по воплощению идей, приносящие доход бизнес. Один из примеров – бизнес-модель швейного ателье. В исследовании указано, что для его запуска достаточно $1000. Главные партнеры, ключевая деятельность, основные ресурсы, сегменты пользователей, структура расходов, а также источники дохода швейной мастерской. Всего 9 блоков с описанием фундаментальных факторов развития собственного дела, которые могут лечь в основу бизнес-плана.